На встрече с призывниками присутствовали представители вооруженных сил, правоохранительных органов, городской администрации, православного духовенства, ветеранских организаций. На мероприятии был зачитан приказ президента Республики Беларусь о призыве на срочную военную службу. Заместитель начальника Пинского РОВД Виталий Будник, член призывной комиссии, подчеркнул значимость службы в армии для государства в целом и лично для каждого призывника. Могу сказать с уверенностью, что присутствующие здесь сделали действительно осознанный выбор, так как сейчас по моральным, деловым качествам не все ребята могут пойти служить в вооруженные силы. Существует своего рода тоже конкурсный отбор, где недостойные по каким-то другим своим принципам ребята им предоставляется отсрочка. И я бы сказал, здесь не стоит радоваться, здесь нужно сожалеть. С напутственным словом к молодым людям обратился отец Василий. Он сделал акцент на том, что служба в вооруженных силах – это большая моральная ответственность. Для того, чтобы защищать свою страну, своих родных, близких от внешних сил зла, нужно бороть в себе свое внутреннее зло. Хочется пожелать вам на вашей дальнейшей службе, чтобы вы всегда были нравственными, не поддавались каким-либо низменным чувствам, а всегда с честью, достоинством проходили всю вашу службу. Для приглашенных традиционно был организован концерт, в котором приняли участие городские творческие и самодеятельные коллективы. Напомним, что согласно указу президента Республики Беларусь, для прохождения срочной службы, а также службы в резерве призываются мужчины, которым ко дню призыва исполнилось 18 лет и не имеющие, либо утратившие право на отсрочку.